Планшетофон Galaxy Note 4 не сильно отличается от своего предшественника Galaxy Note 3. Основные отличия коснулись аппаратной части. Смартфон очень большой и достаточно тяжелый. Galaxy Note 4 стал на пару миллиметров выше и на несколько граммов тяжелее предшественника, но при общих немалых размерах такие изменения несущественны. Дизайн Galaxy Note 4 практически не изменился, лишь боковой ободок, проходящий по всему периметру корпуса устройства, получил более грубую форму с прямыми гранями и остро срезанными кромками. Ободок выполнен из металла, а не из пластика, как раньше. За счет шершавой поверхности задней крышки устройство надежно удерживается в руке. Задняя крышка смартфона съемная. Под ней находятся разъемы для карты SIM и карты памяти microSD, а также съемная аккумуляторная батарея. На тыльной поверхности располагается окошко основной камеры, светодиодная вспышка, решетка вызывного динамика и датчик сердечного ритма. Приложив палец к датчику, можно измерить сердечный ритм, установить содержание кислорода в крови и оценить уровень стресса, который испытывает ваш организм в данный момент. Передняя панель полностью покрыта защитным стеклом, устойчивым к появлению царапин. Над экраном находится решетка разговорного динамика, глазки сенсоров и фронтальные камеры, а также светодиодный индикатор событий. Под экраном сенсорные кнопки управления системой и продолговатая механическая клавиша с функциональностью сканера отпечатков пальцев. На правой грани находится кнопка питания и блокировки, на левой – спаренная клавиша регулировки громкости. Кнопки легко нащупываются вслепую, имеют мягкий пружинистый ход и отчетливый отклик. На верхней грани располагается разъем для подключения проводной гарнитуры, инфракрасный передатчик и отверстие вспомогательного микрофона. На нижней – разъем microUSB. Два микрофона – отверстие для стилуса. Теперь пластмассовая часть стилуса стала ребристой, а металлический задник – совсем гладким. Благодаря технологии Wacom экран обрабатывает много различных степеней нажатия. Стилусом можно не только писать, но и рисовать затейливые картинки. Служба PenUp позволяет просмотреть интересные работы пользователей, нарисованные с помощью стилуса. Диагональ экрана, выполненного по технологии Super AMOLED, равна 5,7 дюйма, а разрешение 2560 на 1440 пикселей. К достоинствам экрана нужно отнести хорошее олеофобное покрытие, цветовой охват sRGB, истинный черный цвет, отличную равномерность белого поля и незначительное падение яркости изображения при взгляде под углом. Качество экрана очень высокое. Вызывной динамик Galaxy Note 4 издает громкий, чистый, в меру басистый звук. На максимальном уровне громкости звучание остается чистым. Фронтальная камера смартфона имеет разрешение 3,7 мегапикселя, а тыловая – 16 мегапикселей и оснащена автофокусом, интеллектуальной оптической стабилизацией и LED-вспышкой. Меню настроек камеры наглядно и интуитивно понятно. Камера может снимать видео в максимальном разрешении Ultra HD. Качество камеры высокое, но легкая мыльность по краям и нестабильная работа шумодава на некоторых снимках расстраивает. Камера подойдет для художественной и документальной съемки. Потенциал у нее есть, а с обновлением прошивки должен все-таки раскрыться. Galaxy Note 4 работает в современных сетях 2G и 3G, а также поддерживает сети 4-го поколения LTE. Смартфон работает под управлением Android версии 4.4.4 и оснащен свежей версией фирменного интерфейса TouchWiz. В оболочке появился режим многозадачности, в нем можно работать сразу в нескольких окнах. Обновленное приложение S-Note получило функцию мгновенной оцифровки, которая позволяет преобразовывать изображение в редактируемый формат. Смартфон оснащен однокристальной системой Exynos 5433, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флеш-памяти. Аппаратных мощностей смартфона еще долго будет хватать для выполнения любых задач. Съемный аккумулятор емкостью 3220 мАч обеспечивает до 8,5 часов автономной работы в режиме просмотра видео и до 3 часов 50 минут в режиме 3D-игр. Galaxy Note 4 радует отличным экраном, высокой производительностью и превосходной камерой. Впечатление портит угловатый дизайн и некритичные недостатки вроде неудобного сканера отпечатков пальцев, а также отсутствие защиты от воды и беспроводной зарядки. Тем не менее, это одно из лучших предложений среди смартфонов с большим экраном на рынке.